Еще вкусный, легкий. И быстренький борщик. Нам понадобится куриная грудка, то бишь кости куриные. Их отправляю в бульон вариться. Капусту, небольшой вилочек, больше не надо. Морковка одна штука среднего размера. Одна штука. Это у нас будет зажаркой. Куриные кости мы отправили вывариваться. Кастрюля примерно 3 литра. Остается совсем немного времени. В данный момент сейчас будем откидывать курицу из бульона для того, чтобы в дальнейшем снять мясо и добавить в борщ. Сейчас мы будем делать зажарку. Я люблю нарезать его мелко. Натираем ее на терке, на сковородку, предварительно добавив масло. Я использую масло на виноградных косточках до золотистой корочки. Обжариваем до золотистой. Обрезаем. Берем капусту и начинаем ее шинковать. Нарезаем ее мелкими кубиками. Добавляем в данный борщ. Идет томатная паста вместо отсутствия томатной пасты. А я буду использовать кетчуп. Я добавил 6 ложек кетчупа в бульон. Теперь добавляем наше мясо. Добавили наше мясо. Перемешали. И даем прокипятиться 5 минут. И все, супчик готов. Вот такой у нас получается борщец.